Вы смотрите на эту ситуацию? Не обязательно денег не будет. Может быть, у него и есть деньги, но долг слишком большой. Но в некотором смысле, ну как, что такое был долг? Да, это же кабала. Вот в русском языке наличие большого долга именно этим словом обозначается. Да, конечно. Что фактически речь сегодня идет в некотором смысле о возвращении рабовладельческого строя. И по этой причине я всегда говорил людям, если у вас есть хотя бы минимальная возможность не брать кредитов, не берите кредитов. Потому что потом может оказаться, что вы никогда их не выплатите. Ну, либо же, если вы берете, то тогда вы четко должны понимать, как вы их будете выплачивать. Это, знаете, как я недавно такую шутку услышала, что сейчас у нас есть такое красивое слово «ипотека», а раньше это называлось «долговая яма». Ну, «долговая яма» — это немножко другое.